Okay. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 76-м уроке видеокурса «Уникальный виджет Adobe Muse». В этом уроке я вам представляю самый крутой виджет. Смотрим, что он умеет. Смотрите, мы можем иметь маленькую картиночку. И при наведении мыши на нее, это у нас такой эффект встречается в интернет-магазинах. Значит, при наведении на нее мы можем видеть увеличение изображения картинки в большем размере, чтобы разглядеть детали. Это еще не все. Мы можем водить по изображению и колесом мыши прокручивать, чтобы увеличить максимум до 10. Зум можно сделать. Вот вы видите, я кручу колесо. Вот в этой области показано, сколько крат мы увеличили. И, соответственно, в правой части мы видим уже более увеличенное изображение. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Виджет перенесли на холст. В настройках, первая настройка, вы кликаете «Добавить изображение» и загружаете с компьютера какое-то изображение. Дальше вот зум как раз-таки по умолчанию, сколько крат выставить. То есть сразу при наведении, насколько увеличивать. Если поставим 10, сразу максимальное, смотрите, что произойдет. Я ввожу мышь, вы видите, обновил страницу. Сразу у нас увеличение идет в 10 крат. И при этом колесо мыши не работает. То есть уменьшить нельзя. Сразу 10. Здесь уже на ваше усмотрение я оставлю также 3. Чтобы была возможность пользоваться колесом и самому решать, увеличивать еще или нет. Дальше смотрите, вот этот зум бокс ширина и зум бокс высота. Здесь вы выставляете значение. Это бокс, вот этот справа, который у нас появляется, такая коробка, где у нас показано крупное изображение, когда мы наводим мышь на нашу миниатюру. Вот сам бокс, именно ширина и высота, управляется здесь, в пикселях. Дальше, вот этот самый бокс, где вывести? По умолчанию выводится справа или слева от изображения. Можно выбрать. Дальше, смотрите, курсор True и False. Что это такое? Вы видели, у нас над курсором такой прямоугольник еще есть. Если мы False ставим, это у нас отключение. Чтобы лучше понимать, я вам покажу, что это отключается. Вот я навожу мышь, вы видите, у нас плюсик, но нету такого квадрата желтого, да, который у нас был. Здесь уже смотрите, как бы нужен он вам или не нужен. Я его оставлю. И сам цвет вот этого квадрата, он управляется здесь. Вот смотрите, я сейчас выберу красный, и сразу вы поймете, о каком квадрате идет речь. Смотрите, я навожу мышь, вот вы уже видите на миниатюре, да, появляется такой квадрат. В общем, вы управляете цветом данного квадрата в самом низу. Вот они все, в принципе, настройки данного виджета. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся с вами в следующем.